Десятки сел в Алматинской области из-за снежных заносов оказались отрезанными от внешнего мира. В ожидании помощи люди ведут уединенный образ жизни, лишь изредка напоминая себе такими вот видеороликами в социальных сетях. На кадрах жители самого заснеженного аула Аралтубе Кербулакского района пытаются самостоятельно пробить дорогу к райцентру Сарыөзек. Но справиться со стихией без тяжелой техники им не по силам. Всего в районе заснежены 32 сельские дороги. Местные власти во всем винят систему госзакупок. Они жалуются, что на зимнюю очистку деньги выделяют не своевременно. К примеру, на уборку дороги в село Шаган 9 миллионов тенге поступили лишь на днях. На 19-й год деньги дали только в этом году. На январь, февраль, март плюс завтрашний октябрь, ноябрь, декабрь в этом году дали. Одна компания прошла тендер. На зимнее содержание выделяли 9 миллионов. Частная коммунальная компания выиграла 6 миллионов. Не помню название. Они выиграли только позавчера, а со вчерашнего дня приступили к очистке.